Несмотря на обильный снегопад, строительство будущей школы в деревне Сухарево идет в активном темпе. Больше 50% монолитных работ выполнено. Специалисты начали прокладывать наружные сети. Мы должны каменную кладку закончить, да, потом идет у нас фасад, кровля, то есть, ну, все постепенно. И одновременно делаем наружные сети. Запускаем также подрядчиков по внутренним инженерным сетям. То есть, вот, все стандартно, так скажем, да, все стандартные этапы строительства. К обустройству инфраструктуры особый подход. Строители планируют увеличить количество парковочных мест от того, что было задумано изначально. Были предназначены 19 мест парковочных. Сейчас предложение есть. Расширили. Мы вот расширили. В таком формате сделали, да. На 41 место парковочное. Не менее важным вопросом является транспортная доступность. Необходимо предусмотреть все аспекты этого направления, чтобы в будущем у школьников не возникало проблем с тем, как им добираться до своего учебного заведения. Тут надо будет еще отрабатывать вариант. Мы вот как раз вот здесь заехали. Здесь с Мосавтодором, наверное, две остановки. Ну, это надо вот, заранее надо смотреть, потому что здесь же не жилой микрорайон, здесь все будут подъезжать к школе. Конечно, но это объективно общественное и личное. В будущей школе расположатся просторные IT-классы, большие читальные залы. Инфраструктуру здания строят с учетом всего необходимого, в том числе и для детей с особенностями развития. Учебное учреждение планируют сдать к концу этого года.